Что, я что-то не понял, а что у нас все вещи делают за дверью, алло? Пришел папочка, да? Что, тебе смешно, что ли? А что? А что смешно? Я спрашиваю вас, что они там делают? Почему здесь бардак такой? И вы здесь что делаете вообще? Просто брать вещи. В смысле, успокойся. Почему вы себе позволяете вообще так себя вести? Как мы себе позволяем? Все нормально. А что вы пришли, хозяйничаете? Человек еще не съехал вообще. А, Дэн, а ты почему так переживаешь? Вообще, в смысле, почему я переживаю? А ты себя поставь на свое... Вот мне тоже сочетание. Слышишь, Алё, поставь себя на ее место. Может, у вас там любовь-морковь опять? Слушай, какая любовь-морковь? А что такое защищаешь? Слушай, кто бы вообще что-то говорил про отношения? Слушай, Дэн, я не понимаю, почему так ее действительно защищаешь. Она переспала с чужим парнем, это нормально? Вот и она уехала с квартиры, так, Даш, я бы в твоем месте ротик прикрыл бы. Тебе ли осуждать? С кем спать, с чужими, не чужими? Поняла меня, да? Я вас спрашиваю. Алён, Дэн, что такого? Не понимаю. Ну как что такого? Настя уехала из квартиры, соответственно, комната свободна. Даша приехала, где ей быть? Объясни, пожалуйста. В чиллауте, что ли, спать? Или Настя как? Еще не съехала, это раз. Настя, во-вторых, никто не дает вам права здесь хозяйничать без нее. Ты слышишь меня? А ты будь, пожалуйста, повежье немножко, хорошо? Нет, да? Просто так никто не делает. Вы совесть имеете тоже. Так, короче, мне нужны документы, Настя. Она позже приедет и здесь сама порядок наведет. Где документы? А мы откуда знаем, где документы? Я не знаю, посмотри в коробке. Мы просто вещи убирали, а документы мы не трогали. Это мои вещи. Я просто в шоке над вами, честно. Вот как а здесь сервятницы какие-то. Ой, как да. Задели там что-то такое очень личное, смотрю. Вот вам наглядный пример женской дружбы. Сидят, обсуждают, поливают грязью всех. Интересно, если бы они знали правду друг о друге, сидели бы они так же? Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. Здравствуйте. Сломалась машина? Ну да. Ну, понятное дело. Сход-развал, что-то не, сход. Не нравится. Там что-то жует резину. Жует? Да. Сейчас посмотрим, кто там ее жует. Как-то жует. Юля! А? Оформи, пожалуйста. Проходите. Привет. Здравствуйте, Юлечка. Здравствуйте. Вот опять к вам. Здорово. Жует резина у меня. Жует? Да. Я говорила, она у вас капризна. Да, ну, сейчас все посмотрят. У вас замечательно чинит здесь машины. Я... Да, мы стараемся. Я рад приезжать сюда, к вам привыкнуть. Мы тоже вам всегда рады. Мне очень приятно. Вот. Как вам ужин? Понравилось вот то, что мы с вами... Да, замечательный вечер. Да? Мне тоже понравилось. Вот. Юлечка, давайте мы с вами перейдем на «ты». Давай на «ты». Давай, да. Ну, как у тебя с бухгалтерскими отчетами? Все отлично. Все сходится. Все сходится. Бумажки там все делают. Заказы там все. Да. Письмена. Да. Вот. Ну, может быть, не будешь ходить вокруг да около и пригласишь уже меня на свидание? А ну... Видимо, показалось. Юлечка, да, я... Да, да, я хотел как раз сказать, я хочу сказать... Давайте сегодня сходим на свидание, ну, сходим. Мне друзья посоветовали замечательный джаз-клуб, джаз-бар. Там джаз играют. Вы любите музыку? Очень. Я тоже люблю. Я слушаю в каждой машине музыку. Джаз тоже слушаю. А как клуб называется? Джаз. Джаз, да. Джаз, джаз, джаз. Давайте сходим сегодня. Давайте сходим. Хорошо. Тогда сегодня вечером на Маяковке. Ой, на Боровицкой. На Боровицкой. Клуб на Боровицкой. На Боровицкой. Клуб джаз. Да. Хорошо. Мы с вами встретимся и послушаем музыку. Обязательно. Все, до вечера тогда. Да. До вечера. Да. 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 Уже все? Да, машин не надо, потом. Ну, хорошо. Все потом. Угу.
Спасибо, Жиля. Пожалуйста. Я тебе очень благодарна за помощь с документами. Сам понимаю, что в Москве лучше без документов не ходить. Ну, мало ли там, полиция станет еще что-то. Это да. Знаешь. Кстати, извини, что так вышло, что тебя все-таки выкинули. Я сделал все, что мог. Да, давай не будем об этом, ладно? Это правда больная тема. Я тебе очень благодарна. Но не хочу об этом говорить. Кстати, а ты куда потом пошла? Где остановилась? У Алекса. И ты пошла к нему после всего, что было? Может, у вас действительно что-то есть? Нет, Дэн, ничего у нас нет. А что мне было делать? Извини, конечно, но мне некуда было идти. Нет, ты, по-моему, не поняла, да, что это за человек такой? Дэн, да даже денег на гостиницу нет. Вот что делать? Настя, этот вопрос решаем. Решаем? Да, а где же ты был раньше? Решаем вопрос. Я мог тебе дать денег на гостиницу, крайняк, понимаешь? Можно куда угодно пойти, но не к нему. Дэн, надо было предлагать деньги за гостиницу и так далее. Тем потом, более, и тем потом что? Ты такой прям богатый, что будешь постоянно плачивать на гостиницу? Слушай, это ни при чем. На один, на два раза мне не хватит. Ты просто не понимаешь. Что я не понимаю, Дэн? Я тебя не понимаю, что ну куда угодно, но уже не туда. Тем более, я тебя постоянно защищал перед ребятами. Да на тебе благодарна, то, что защищал, правда. А получается, это смысл тебя защищать, если ты делаешь все равно. Ну что мне делать? Вот что же, скажи мне, пожалуйста, я приехала в Москву к тебе, но здесь никого нет. И сейчас никого нет. Мне некуда идти. Если сейчас не у Алекса быть, то где? Короче, ладно. Ты еще что-то хотел сказать? Нет, уже ничего. Звоним сюда. Давай, хорошего дня тебе. После такой реакции Дэна рассказывать про стриптиз точно не стоит. В любом случае, не хочу слушать нотации вместо совета. Пошли к нему спросим. Сейчас спросим. Нина, ты деньги не видела? Какие? У меня деньги из кошелька пропали, я нигде не могу их найти. Так, стоп, не паникуй. Посмотри, и в куртках, на кухне. Ты что, не паникуй? Я везде уже все перерыла, не могу найти. Я просто так бы не пришла. Посмотри внимательно, Кристин, пожалуйста. Я сказала, посмотрела внимательно. Так, я не понимаю, вы что на меня наезжаете? Я-то тут при чем? Я не наезжаю на тебя. Я просто думаю, может, со вчерашней тусовки кто-то взял. Может, кто-то взял. Может, а ко мне какие претензии-то, а? Это ты их всех позвала, твоя тусовка, я вообще никого не ждала. Я половины не знаю, может быть, это Тёмина или Никитина. А у нас в этом вся и проблема. Постоянно тусуется фиг знает кто, мы никого не знаем, это нормально, да? Ты зовешь Тёму, ты зовешь Никиту, они зовут всех остальных. Тогда все вопросы к ребятам. Девочки, следите за своими вещами. Кристин, тебе особенно. Следи за своими парнями, в конце концов. Тебе, кстати, стоит определиться, с Тёмой ты или с Никитой. Так, а это я уже давайте сама решу. Тёма этот, что он вообще сюда ходит? Вроде не такие уж близкие друзья, нет? Может, у тебя с ним что-то? Слушайте, отвлекись, не, пожалуйста. Не несите бред, я не... Так, ты что трогаешь-то, а? Потом ты бред отвлекись? Несешь? Я пришла к тебе с серьезной проблемой, у меня пропали деньги, ты меня слышишь вообще? Берете, звоните Тёме, Никите и разбирайтесь. Ко мне никаких претензий, пожалуйста, не надо предъявлять. Я сама половину этого народа не знаю. Замечательно. Ну так и не зови ты их так. Я вообще их в следующий раз не впущу. Ну вот тогда понимаешь? Не впускай. Тогда берешь и выгоняешь их с порога. Все, какие... У меня есть вопросы какие-нибудь ко мне? Шикарно. Слушай, все. у меня к тебе только одна претензия. Еще раз такое произойдет. Ты мне деньги отдавать будешь, ясно? Хорошо. И следи за своими любовничками, иначе сама тебя обворуют. У меня складывается такое впечатление, что от родителей я даже не уезжала. Вот это постоянно гундение, нытье, нравоучение. Меня достало уже это все. Я хочу жить самостоятельной жизнью. Здрасте. Здравствуйте. Привет. Я Настя от Леры. Кто мы? Настя. От Леры, она говорила, что я должна подойти к вам. Настя, от Леры, да, понял. Настя, пойдем, присядем. А вот сюда можешь сесть. Леш, пару чая сделай нам, пожалуйста. Так,
Настя, Настя. Настя, ну не молчи, рассказывай. Что умеешь, чем удивлять будешь? Мне Лера сказала, что можно у вас поработать, потанцевать стриптиз. Поработать можно, да, можно потанцевать. Ты занималась чем-то подобным раньше? Да, я хореограф. Спасибо большое. Спасибо. Я хореограф, я приехала из Мурманска. Но, знаете, я никогда не работала в стрип-барах. Я танцевала, преподавала стрип-пластику. Вот. Но стриптиз как таковой я не танцевала. Вообще, что танцуешь? Что... Вообще, современную хореографию, хип-хоп, брейк. Не танцевала. Слушай, ну, мне Лера говорила, что ты обладаешь навыками танца, пластики. Да, и я обладаю. Ну, я достигла многих регалий в плане танцев. Что детский лепет какой-то? Настя, малыш, ну послушай сюда. Ты пришла не в библиотеку устраиваться, да, работать? Понимаешь? Здесь все достаточно серьезно и нужно по существу. То есть выбирать тебе. Если ты хочешь работать, я тебе дам такую возможность. Вообще, я думаю, у тебя неплохо получится. Но нужно смотреть. Нужна конкретика. Давай так, времени очень мало. Ты мне сейчас что-то показываешь? Сейчас? Да, да. Либо, ну все, давай шагаем, но времени очень мало. Готово? Жилеточку уберем, пойдет нормально. Давай, 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 быстро, быстро. Я хочу слышать твое я хочу видеть, как ты я хочу слышать твое. Никогда не думала, что дойду до такого. Но выбора ведь особо нет. Да и деньги сразу. Надеюсь, что забуду это как можно быстрее, как страшный сон. Выглядишь ты вообще не под стрессом. Даша, все очень круто. Ты чего вообще переживаешь? Я думаю, что-нибудь не получится. Отлично. Все будет нормально. Ты, главное, выдохни, плечики расправь. Улыбнись. Так, все, да, все будет. Будет само собой. Спасибо. Все будет хорошо. Здравствуйте. Антон, привет. Стас, да? Меня Даша зовут, мы с вами созванивались по поводу работы. Обе, что ли, танцуете? Нет, я, да. Чего вы стоите? Садитесь. Присаживайтесь, присаживайтесь. Даша, значит, да? Да. Понятно. Сама москвичка? Нет, приехала. Приехала. Давно танцуешь? Ой, да, у меня вообще много опыта и на публике, и на сцене. То есть... Специфику клуба знаешь, куда устраиваешься? Ну, да. Понятно. То есть с комплексами все good? Ну-ка, встань, давай посмотрим на тебя. Комплексов у меня нет. Нету. Молодец. Молодец. Подожди секундочку, подожди. Дима, с музыкой как у нас? Там есть для девочки музыка? Окей. Вот сюда? Иди, да, в стакан вставай. Сейчас мы сразу посмотрим, как ты двигаешься. Давай, давай. Угу. Марго, Марго, посмотри на девочку, а как она? Мне твое мнение очень важно. Окей? Давай. Дим, давай музыку. Мама, я в Дубае, мама, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, мама, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, мама, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, мама, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, мама, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, мама, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, мама, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, мама, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, и пусть все об этом знают. Здесь аутло покруче, чем перформу Pussy Riot. Чил на Джумейре, ага, мы на пикапе, ага. Все по фэншую, строго по законам Хаммурапи. Селфи, 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 черная Пандора, ага. Шейки, 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 белая Гендора, ага. Опасный зверь в пустыне, да не бери во мне мастифа. У тебя на пол шестого, у меня уж Бурдж Халифа. Круто, работа первый же день, это то, о чем я мечтала, когда ехала сюда. Ну что, братишка, съел? Я еще всем покажу, кто в меня не верил. Я тебя
понимаешь, какая ты умница? Прям вообще всех поразила. Макс, качок, что ли? Макс, не качок. Макс просто старается быть в форме. Вот это вообще... Молодец. Круто. Мы тоже занять. Вообще-то занимаемся. Да кому надо, а кому вообще не надо. А что такие довольны, ты приехали? Ну, потому что у меня хорошие новости. Да, я же говорила, что я работать поехала. Вот. Поделись. Уже с первого раза. Да, и куда же мы устроились? Ну, в клуб. В клуб? Да. А кем? Ну, танцевать. А что смешного? Танцевать голову. Ты считаешь, это нормальная работа? Ну да, чего это такого? Мне нравится танцевать. За эти деньги буду платить. Да. Ну, конечно, главное бабло. Почему я не могу? Денчик, послушай. Ну, это работа своеобразная, конечно, но хорошо, что вообще работа есть. Вот. Макс, будет то же самое, что было, и еще хуже. Ну, посмотрим. Понимаешь? Дэн, ты меня как брат никогда не поддерживаешь. Вот да, что, ты, как ты? Ты же мой родной человек. Почему ты не можешь меня никогда поддержать? Дэн, ну серьезно, там хороший клуб, честно, он приличный так, клуб. Я, нормально, конечно, учту твое мнение, но после того, как ты перестанешь выгонять невинных людей без работы... Дэн, а ты до сих пор-то тему, что ли, посетить не можешь, я не понимаю? Порадуй свою сестру, она устроилась на работу, будет платить деньги за комнату. Замечательно, девочка развивается, как вот ей хочется. Просто я готов поспорить, что ты не продержишься и месяца вылезешь отсюда. И будет только хуже, ребят, чем было. Ребят, примите кушать, что ты какой? А что ты меня довела? Тыквенный суп. Знаю свою сестру, это еще цветы. Хорошо, хоть стриптизерша не устроилась. Музыка – это что-то. Да, хорошо сыграли, да? Да, отлично. Хорошо. Отличное выступление. Да. Юлечка, ты знаешь, я не думал, что ты меня так сразу раскусишь, сразу поймешь, почему я так часто приезжаю в автосервис. Да не перестань. Ерунда. Расскажи лучше о своей жизни, о себе подробнее. Я работаю в офисе. Вот. У нас хороший коллектив. Много-много хороших людей работает. Вот. Живу в Москве, москвич. Угу. Вот. Ну, все, мама, папа, все в Москве жили всегда. У меня. И я москвич. О, я слышал, что кроме москвичей с пятого поколения. С шестого поколения. Ничего себе, вообще серьезно. Да. Здорово. Вот, я давно уже не ходил на свидания и, ну, отвык как-то. Как-то, может, неловко себя чувствую. А давай, может быть, тогда проводишь меня до дома? Я? А. Да, ты? Давай. Открой. Да, очень круто. Да. Чем его посыпать, его прям просто. Корица. А мы бабушку делали. Да, очень вкусно. О, и ты тут. Неудивительно. Привет, ребята, какие люди посетили наш дом. Если бы мы знали, мы бы поставили красную ковровую дорожку, цветы. Я за вещами. Макс, могу к себе подняться? Настя, о чем речь? Я же тебе сказал. Пока они там лежат, это твоя комната. Спасибо. Конечно, проходи. Вот уж кого не ждали, того не ждали. Пришла она за вещами. И вещи готовы. Берите и валите. Что-то случилось? Не ожидала, ребят, такой подлости. Я все понимаю. Ну, взять вот так вот и распихать чужие вещи по грязным пакетам. Угу.
Кто заходил в комнату? А как ты думаешь, кто это мог сделать? Алена с Дашей. Мы просто помогли девочке собрать вещи. В чем проблема? Помогли? Да, помогли. Скомкать вещи по пакетам грязным? Это называется помощь? Ну, приличие. Так. А вы не хотите... Блин, это просто перебор. Я думаю, что стоит извиниться. Ну, ну извини, Макс. Блин, мы не знаем. Извини. Угу. Макс, перед тобой извиняюсь, а больше не извиняться ни перед кем. Да уж. Послушайте. Ничего, не хватает новости. Не удивлена. Получается так. Ну ладно, Настя для вас не авторитет. А то, что я сказал, что это по-прежнему ее комната, она по-прежнему может там оставлять свои вещи, для вас это ничего не значит. Девочка, если вы такие умные взять. Девочки, в принципе, я могу вам тоже как-то немножко помочь с жилплощадью. Приедете в шкаф, комплект белья выдать? Зато вот Настя, смотрю, проблем не составит это жилье. Быстро девочка активировалась. Нашла, где жить уже, видимо. Здорово. Я вообще был против выселения Насти. Еще эта история с вещами. Я надеюсь, она не думает, что мы все тут подлые. Настя, подожди. Ты считаешь, что я такой же подлец, как они? А чем ты отличаешься? Чем я отличаюсь? Да я постоянно за тебя впрягаюсь. Я со всеми перессорился там уже. И все ради тебя. Ну извини, что мне теперь делать? Дэн, что делать? Взять тебе за руку, пойдем вместе жить на улицу? На улицу? Да нет уж, спасибо. Подождите, подожди, постой. Ну а куда ты собираешься? Хочешь, я позвоню своим друзьям и что-нибудь подыщу спасибо, для тебя? Нет, спасибо, не надо. У меня уже есть место, где я остановилась. Я пока у Алекса. Это не очень хорошая идея. Есть другие варианты? У меня сейчас нет других вариантов, потому что у меня тупо нет денег. Я тебе предлагаю вариант. Нет, Дэн, понимаешь, твои варианты тоже требуют каких-то денежных средств. Потом мне соседка Алекса предложила сейчас работу, поэтому я заработаю хорошие деньги и смогу найти нормальное жилье. Какую работу? Я танцую. В смысле, где? В стриптиз-баре. Даешь. Я только сестру... Просто отругал за это. Да, я все прекрасно понимаю, это временно. Ты мне нужно нет, подожди, заработать. Постой, мне подожди, стой. Заработать. Ты не понимаешь, что ты делаешь. Ты понимаешь, что это дорога в один конец? Ты хочешь сказать, что я проститутка? Это тебе решать. Я тоже всем доволен. Мне все понравилось. Хорошо. Да. Я, наверное, еще рассказывала о крумин блюде, которое я готовлю на завтрак. Но с чашкой кофе оно просто божественно. Юлечка, чтобы не было сбоя в организме, вообще в программе, нужно спать больше 4 часов. А мне всем вставать рано. Утром я должен идти домой. Подожди, ну я хотела как лучше, чтобы поближе познакомились, узнали друг друга. Да, ну я привык постепенно знакомиться с девушками. Вот. Доброй ночи. Да я убить его готова. Что он на себе возомнил? Человек, который не пригласит на свидание, нормально не может не закончить его. Я проблема. Да. Я проблема. Да. Я проблема. Твоя подруга знать должна. Я проблема. Тебе такая не нужна. Привет. Что-то случилось или ты пришел меня еще в чем-то обвинить? Ну, я пришел поговорить. О чем? Обо всем, о том, что происходит. Что мы все перессорились, что... Мне кажется, это неправильно все. Я не хочу так. Вдруг? Ну как с чего это вдруг? Мы раньше были не разлей вода, все такие дружная семья, а сейчас как-то вообще, ну, какие-то недомолвки, обиды. Хотел извиниться, я был неправ. Прости меня, пожалуйста. Давай мириться. Давай.
Следующего месяца, боюсь, что не будет. Я решил уволиться. Раз, два. Меня слышно? Я могу стать твоим личным продюсером. Да что вы себе позволяете такое? Он что думает, я очередная девочка, которая готова спать с ним ради карьеры? Дэн, что он для тебя значил одиночку? Понимаю. Ненавижу такие вопросы. Остались вдвоем, потому что хотели секса. Здесь никому не нужна. Вещи делают за дверью, алло. Пришел папочка, да. Что, тебе смешно, что ли? А что? А что смешно? Просто я спрашиваю брали. Вас, что они там делают? Почему здесь бардак такой? И просто... вы здесь что делаете вообще? Просто брали вещи. В смысле, успокойся. Не почему так, вы себе позволяете смешно. Вообще так себя вести? Как мы себе позволяем? Все нормально. А что вы пришли, хозяйничаете? Человек еще не съехал вообще. А, Дэн, а ты почему так переживаешь? Вообще, в смысле, это почему я переживаю? А ты себя поставь на свое... Вот мне тоже слышишь, Алё, поставь себя на ее место. Может, так у нас там любовь-морковь опять? Слушай, какая любовь-морковь? А что ты такое защищаешь? Слушай, кто бы вообще что-то говорил про слушай, отношения? Слушай, Дэн, я не понимаю, почему так ее действительно защищаешь. Она переспала с чужим парнем, это нормально? Вот и она уехала с квартиры. Так, Даш, я на твоем месте ротик прикрыл бы. Тебе ли осуждать? С кем спать, с чужими, не чужими? Поняла меня, да? Я вас спрашиваю. Алён, Дэн, что такого? Не понимаю. Ну как что такого? Настя уехала из квартиры, соответственно, комната свобода. Даша приехала, где ей быть? Объясни, пожалуйста. В чиллауте, что ли, спать? Или Настя как? Еще не съехала, это раз. Настя, во-вторых, никто не дает вам права здесь хозяйничать раз. Без нее. Ты слышишь меня? А ты будь, пожалуйста, повежи немножко, хорошо? Нет, да? Просто так никто не делает. Вы совесть имеете тоже. Так, короче, мне нужны документы, Настя. Она позже приедет и здесь сама порядок... ведет. Где документы? А мы откуда знаем, где документы? Я не знаю, посмотри в коробке. Мы просто вещи убирали, а документы мы не трогали. Это мои вещи. Не, я просто в шоке над вами, честно. Вот, как а я над тобой. Какие-то. Ой, да. Задели все равно. Что-то такое очень личное, смотрю. Вот вам наглядный пример женской дружбы. Сидят, обсуждают, поливают грязью всех. Интересно, если бы они знали правду друг о друге, сидели бы они так же? Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. Сломалась машина. Ну да. Ну, понятное дело. Сход-развал, что-то развалился. Не нравится. Угу. Там что-то жует резину. Жует. Нина, ты да. Деньги не видела? Какие? У меня деньги из кошелька пропали, я нигде не могу их найти. Так, стоп, не паникуй, посмотри, и в куртках, на кухне. Ты что, не паникуй, я везде уже все перерыла, не могу найти. Я просто так бы не пришла. Посмотри внимательно, Кристин, пожалуйста. Я сказала, посмотрела внимательно. Так, я не понимаю, вы что на меня наезжаете? Я-то тут при чем? Я не наезжаю на тебя, я просто думаю, может, со вчерашней тусовки кто-то взял. Может, кто-то взял. Может, а ко мне какие претензии-то, а? Это ты их всех позвала, твоя тусовка, я вообще никого не ждала. Я половина не знаю, может быть, это Тёмина или Никитина. А у нас в этом да вся и проблема, постоянно тусуется фиг знает кто, мы никого не знаем, это нормально, да? Ты зовешь Тёму, ты зовешь Никиту, они зовут всех остальных. Тогда все вопросы к ребятам. Девочки, следите за своими вещами, Кристин, тебе особенно. Следи за своими парнями, в конце концов. Тебе, кстати, стоит определиться, с Тёмой ты или с Никитой. Так, а это я уже давайте сама решу. Тёма этот, что он вообще сюда ходит? Вроде не такие уж близкие друзья, нет? Может, у тебя с ним что-то? Слушайте, отвлекись, пожалуйста. Не несите бред. Я не... Так, ты что трогаешь-то, а? Что ты бред отвлекись? Я пришла к тебе с серьезной проблемой. У меня пропали деньги. Ты меня слышишь вообще? Берете, звоните Тёме, Никите и разбирайтесь. Ко мне никаких претензий, пожалуйста, не надо предъявлять. Я сама половину этого народа не знаю. Замечательно. Ну так и не зови ты их так. Я вообще их в следующий раз не впущу. Ну вот тогда понимаешь? Не впускай. Тогда берешь и выгоняешь их с порога. Все, какие... У меня есть вопросы какие-нибудь ко мне? Шикарно. Слушай, у меня к тебе только одна претензия. Еще раз такое произойдет. Ты мне деньги отдавать будешь, ясно? Хорошо.
и следи за своими любовничками, иначе сама тебя разберусь. У меня складывается такое впечатление, что от родителей я даже не уезжала. Вот это постоянно гундение, нытье, нравоучение. Меня достало уже это все. Я хочу жить самостоятельной жизнью. Здрасте. Здравствуйте. Привет. Я Настя от Леры. Кто мы? Настя. От Леры, она говорила, что я должна подойти к вам. Настя, от Леры, да, понял. Настя, пойдем, присядем. А вот сюда можешь сесть. Леш, пару чая сделай нам, пожалуйста. Да. Сейчас посмотрим, кто там ее живет. Как кто живет? Юля! А? Оформи, пожалуйста. Проходите. Привет. Здравствуйте, Юлечка. Здравствуйте. Вот опять к вам. Здорово. Живет резина у меня. Живет? Да. Я говорила, она у вас капризная. Да, но сейчас посмотрят. У вас замечательно чинит здесь машины. Я. Да, мы стараемся. Я рад приезжать сюда, к вам привык. Мы тоже вам всегда рады. Мне очень приятно. Вот. Как вам ужин? Понравилось вот то, что мы с вами... Да, замечательный вечер. Да? Мне тоже понравилось. Вот. Юлечка, давайте мы с вами перейдем на «ты». Давай на «ты». Давай, да. Ну, как у тебя с бухгалтерскими отчетами? Все отлично. Все сходится. Все сходится. Бумажки там все делают. Заказы там, всякие да, письмена. Да. Вот, ну... Может быть, не будешь ходить вокруг да около и пригласишь уже меня на свидание? А ну... Видимо, показалось. Юлечка, да, я... Да, я хотел как раз сказать, я хочу сказать... Давайте сегодня сходим на свидание. Ну, сходим. Мне друзья посоветовали замечательный джаз-клуб. Бар, джаз-бар. Там джаз играют. Вы любите музыку? Очень. Я тоже люблю. Я слушаю каждую машину музыку. Джаз тоже слушаю. А как клуб называется? Джаз. Джаз, да. Джаз, джаз и джаз. Давайте сходим сегодня. Давайте сходим. Хорошо. Тогда сегодня вечером на Маяковке. Ой, на Боровицкой. На Боровицкой. Клуб на Боровицкой. На Боровицкой. Клуб джаз. Да. Хорошо. Мы с вами встретимся и послушаем музыку. Обязательно. Все, до вечера тогда. До вечера. Да. До вечера. Да. Уже все? Да, машин не надо, потом. Ну, хорошо. Все потом. Угу. Настя, ну не молчи, рассказывай. Что умеешь, чем удивлять будешь? Мне Лера сказала, что можно у вас поработать, потанцевать стриптиз. Поработать можно, да, можно потанцевать. Ты занималась чем-то подобным раньше? Да, я хореограф. Спасибо большое. Спасибо. Я хореограф, я приехала из Мурманска. Но, знаете, я никогда не работала в стрип-барах. Я танцевала, преподавала стрип-пластику. Вот. Но стриптиз как таковой я не танцевала. Ну, вообще, что танцуешь? Что... Вообще, современную хореографию, хип-хоп, брейк. Не танцевала. Слушай, ну, мне Лера говорила, что ты обладаешь навыками танца, пластики. Да, я обладаю. Ну, я достигла многих регалий в плане танцев. Ну, что детский лепет какой-то. Настя, малыш, ну, послушай сюда. Ты пришла не в библиотеку устраиваться, да, работать? Понимаешь? Здесь все достаточно серьезно и нужно по существу, то есть выбирать себе. Если ты хочешь работать, я тебе дам такую возможность. Вообще, я думаю, у тебя неплохо получится. Но нужно смотреть, нужна конкретика. Давай так, времени очень мало. Ты мне сейчас что-то показываешь? Сейчас? Да, да. Либо, ну все, давай шагаем, но времени очень мало. Готово? Жилеточку уберем, пойдет нормально. Давай, быстро.
не думала, что дойду до такого. Но выбора ведь особо нет. Да и деньги сразу. Надеюсь, что забуду это как можно быстрее, как страшный сон. Спасибо, Жиден. Пожалуйста. Я тебе очень благодарна за помощь с документами. Сам понимаю, что в Москве лучше без документов не ходить. Ну, мало ли там, полиция станет еще что-то. Это да. Знаешь. Кстати, извини, что так вышло, что тебя все-таки выкинули. Я сделал все, что мог. Да, давай не будем об этом, ладно? Это правда больная тема. Я тебе очень благодарна. Но не хочу об этом говорить. Кстати, а ты куда потом пошла? Где остановилась? У Алекса. И ты пошла к нему после всего, что было? Может, у вас действительно что-то есть? Нет, Дэн, ничего у нас нет. А что мне было делать? Извини, конечно, но мне некуда было идти. Нет, ты, по-моему, не поняла, да, что это за человек такой? Дэн, да даже денег на гостиницу нет. Вот что делать? Настя, этот вопрос решаем. Решаем? Да, а где же ты был раньше? Решаем вопрос. Я мог тебе дать денег на гостиницу, крайне, понимаешь? Можно куда угодно пойти, но не к нему. Дэн, надо было предлагать деньги за гостиницу и так далее. Тем потом, более, и тем потом более... что? Ты такой прям богатый, что будешь постоянно плачивать на гостиницу? Слушай, это ни при чем. На один, на два раза мне не хватит. Ты просто не понимаешь. Что я не понимаю, Дэн? Я тебя не понимаю, что ну куда угодно, но уже не туда. Тем более, я тебя постоянно защищал перед ребятами. Да на тебе благодарна, то, что защищал, правда. А получается, это смысл тебя защищать, если ты делаешь все равно? Ну что мне делать? Вот что, скажи мне, пожалуйста, я приехала в Москву к тебе, но здесь никого нет. И сейчас никого нет. Мне некуда идти. Если сейчас не у Алекса быть, то где? Короче, ладно. Ты еще что-то хотел сказать? Нет, уже ничего. Звоним сюда. Давай, хорошего дня тебе. После такой реакции Дэна рассказывать про стриптиз точно не стоит. В любом случае, не хочу слушать нотации вместо советов.